Следующие 15 недель мы посвятили уже стратегическому менеджменту. Бизнес-интеллигенс у нас было, то есть технологии и машины. HR, то есть human resources, как управлять людьми, какие технологии и системы управления. Ну и уже начали мы на втором семестре писать проектную работу к своей диссертации. Про то, как я писала проектную работу и про саму диссертацию, я расскажу в следующих роликах. А вот про эти три предмета расскажу так. Стратегический менеджмент. Примерно было то же самое повторение, что и маркетинг, и онлайн-бизнес в первом семестре, который нам вел Малазить. Он нам все по полочкам разложил, что такое Porter Five Forces, то есть пять сил Портера. Ну, кто знает, тот поймет, что такое PESTEL анализис, когда тебе надо проанализировать какую-либо компанию, и как она в данный момент существует, чем живет, и какое у нее может быть будущее. То есть проанализировать политические события, которые происходят в том месте, где компания находится, и политические события в том месте, куда она пытается продвинуть свой рынок. PESTEL, значит, P – политические, и экономические, S – social, социальные, PES, T, технологические, E, ecosystem, то есть экологические, и L, это легальные, то есть по законам. Все эти шесть областей должны быть проанализированы для этой конкретной компании. Например, политические мы брали Brexit. В данный момент непонятно, что будет происходить, поэтому риски огромные, и мы не можем там продвигать, допустим, свой товар, некий товар в Европу, потому что мы не знаем, как будет действовать между собой Британия и Евросоюз. Поэтому нам надо найти, значит, какое-то другое место, страну, куда мы будем продвигать свой товар, допустим, в Китай или в Индию, или в, ну, не знаю, в Америку, whatever. То есть мы придумывали некие схемы, некие товары, некие проекты, которые мы, как некая компания, должны наперед просчитать, продумать шаги во всех этих шести областях. Это очень было интересно, но с другой стороны муторно, потому что иногда не знаешь, о чем писать, потому что ничего не происходит, допустим, в области законов вот на данный момент. Хотя на данный момент в Британии очень много всего происходит. Но суть не в этом. В общем, стратегический менеджмент, он был примерно похож на маркетинговые всякие ходы. У нас назывался «Marketing and Online Business», по-моему, так предмет первый. Там мы уже в стратегическом, мы писали уже конкретно создавали какую-то свою компанию, какой-то свой продукт и пытались продвинуть его, написать его vision, его суть этого продукта, как он изменит мир, как он изменит общество, как, что он привнесет в нашу социальную или какую-либо сферу. Business Intelligence. У меня остался плохой осадок об этом предмете, хотя я очень люблю технологии, я очень люблю технику, новинки, все, что происходит новое, я всегда стараюсь быть в теме, но у нас был отличный педагог поначалу. По-моему, он у нас вел буквально 6 недель. Накануне того, как нам надо было сдавать первое эссе, он нам все рассказал, как это все делать. У нас оно уже, в принципе, на 6 недель было готово, потому что на 7 уже на 8 надо было сдавать. Дедлайн был четкий и продлению не подлежал. И пришел новый педагог, который работал в банке в течение 20 лет. Что он знает о технологиях? Я бы сказала, я больше знаю о технологиях, чем он. И так получилось, что, к сожалению, мы писали именно о технологических системах, именно в банке. Мы выбрали Citibank, не зная о том, что этот новый преподаватель будет меняться у нас. Потому что, ну, так получилось, что первый преподаватель там что-то типа как в больницу попал, операция у него была. Ну, сами знаете, когда один требует одно, другой требует другое. У нас, конечно, было некое техническое задание от самого университета, и мы придерживались этого технического задания. Эссе было групповое, 4 человека наша группа делала. Каждый писал про свою какую-то ответственную область. И я писала, допустим, про технологии Ситибанка, какие у них риски просчитываются и какой эффект эти технологии имеют на существующие системы в данный момент в Ситибанке. Видимо, преподаватель, ну, в общем, я так посчитала, что очень субъективно нам очень низкую поставили оценку в сравнении с тем, что мы получали раньше, это было на 20 баллов меньше.
То есть нам поставили буквально 50 баллов, это едва-едва проходящий балл, то есть 49 это уже не проходящий. Я, естественно, как русская и возмущенная тем, что нашу работу не оценили, хотела узнать, в чем причина и почему оценили так низко. Там у многих были проблемы с этим преподавателем, но конкретно я о своей работе хотела узнать. И, в общем, там получился скандал, не скандал, но такая ситуация с этим преподавателем, что и он себя не мог подставить уже и изменить нам оценку. И я настаивала на том, что задание было такое, а он требовал что-то другое. То есть в задании было сказано: оцените один из рисков вот этой компании. Я оценила, потому что риски делала я. Я оценила один из рисков, а он требовал целую таблицу рисков и как это может повлиять в будущем на что-то. Дело в том, что в Ситибанке рисков очень мало. Он существует там с 1800 какого-то года, я уже не помню. Видимо, он был ярый противник именно Ситибанка. Может быть, он работал в каком-то конкурирующем банке, там, я не знаю, HSBC, Barclays. Не знаю, в каком именно банке он работал, но оценка была явно занижена. При всем при том, что мы получали в прошлом семестре, самая низкая оценка у нас была 68, 76 я даже получила и за маркетинг, и за предпринимательство, а тут 50, это просто поперек всего моего эго. Я человек, знающий технологии, разбирающийся в этом, постоянно развивающий свои знания в этой сфере, и получаю такую низкую оценку именно в том, в чем я разбираюсь и что я знаю. В общем, я написала декану, хотела, чтобы нашу оценку пересмотрели, но там система такая, что там уже второй оценщик просмотрел. Систему я эту знаю, как они оценивают. Они берут работы всего курса, смотрят самую лучшую, то есть оцененную там под 80 баллов. 80 баллов – это самая, наверное, высокая оценка, которую можно получить. Ну, может, 80, ну, до 90. И самую худшую, которая ниже, которая не прошла, ниже 50, там, допустим, 36, берут эту и эту, лучшую работу и худшую, смотрят, да, действительно соответствует, значит, все остальные посередине тоже нормально. Там, где нас оценили в 50 баллов, были некие работы, которые не прошли, поэтому нашу конкретно работу второй оценщик даже, мне кажется, смотреть и не стал. Ну и как бы нельзя уже было обоих оценщиков компрометировать, поэтому мне отказали в том, чтобы наши оценки были пересмотрены. Что он нам посоветовал? Мы изначально с ними были такие супер врагами, а потом стали, наоборот, супер друзьями. Что он мне посоветовал? Обратить огромное внимание на вторую нашу работу, чтобы у нас оценка была высокая. В итоге, как бы, общая оценка получилась нормальной. Это была групповая работа нашей группы, создать презентацию по тому, как мы вели свой бизнес и как мы добились этих итогов, во что мы вкладывали, как проводили маркетинговые исследования и почему сделали именно такие выводы. Это была работа, как бы симуляция, компьютерный симулятор развития бизнеса велосипедов. То есть мы производили велосипеды, и мы должны были предоставить отчет, как мы добились такой суммы, или как мы ушли в убыток, почему и как и что. Мы сидели до последнего дня, до ночи, пытаясь заработать. Симулятор был так организован, что практически всегда мы уходили в минус. Но мы пытались найти такие ходы, чтобы мы что-то заработали в сфере велосипедного бизнеса. В итоге мы добились, по-моему, 1,5 миллиона фунтов дохода за 4 года. Ну, там очень интересная программа. Кстати, сам препод вообще не ориентировался в этой программе. Когда мы спросили его о том, как оперировать этой программой, он там что-то поковырялся, посмотрел и говорит: ой, я не знаю, посмотрите, читайте инструкции. Там все написано. Мы очень долго разбирались в этой программе. На это ушло очень много времени. И, слава богу, нам помогли одноклассники, которые смогли понять, как там ориентироваться. Рассказали нам суть этой программы. И мы начали действовать. А действовать мы начали буквально за неделю. Строить свой бизнес буквально за неделю до сдачи презентации. This is how we prepare for the ISIM. Все должно было отразиться в презентации. Презентация у нас была на высшем уровне, одна из лучших. Даже несмотря на то, что у нас была супер работа, оценка была ниже среднего, я бы так сказала. Ну, или как самый низкий средний балл. Он нам поставил 60 баллов, когда, в принципе, можно было даже и 70 поставить. Если сравнивать с теми, кому он там поставил 80, то разницы практически не было. А оценка была 15 баллов разницы.
Очень обидно, когда такие люди преподают, сами не разбираются ни в том, что они преподают, но оценки ставят с предубеждением. И третий предмет у нас был HR, Human Resources, как управлять людьми в организации. Для меня этот предмет был не так важен, потому что управлять людьми я не собиралась, я все-таки хотела создать свой какой-то бизнес. Ну, почему нет, может быть и пригодится. Скажем так, преподаватель был никакой. Вот просто льет и льет воду. Он вроде как начинает говорить что-то, а потом переходит вот на такое, ни о чем. Я постоянно засыпала на этих уроках, мне было настолько скучно, что я уже не знала, чем заняться. Я уже даже компьютер приносила и что-то, свои ролики делала или что-то там в пазлы играла, потому что на уроке я должна была присутствовать, согласно визовым правилам. Мне всегда надо было посещать, прикладывать свой пейджик в каждом классе, где я находилась, где должен был быть урок. Даже если нас переводили в какой-то другой класс по непонятным причинам, я должна была прикоснуться именно в том классе своим бейджиком и отметиться, что я присутствую на этом уроке. Но бывало так, что я не отмечалась в том классе, где я должен был быть, а в новом классе, куда нас перевели. И потом мне приходило из университета такое ругательное письмо, типа, мы знаем, что вы не посещали урок, отчитайтесь почему и имейте в виду, что если еще 3 таких пропуска, мы вас депортируем. Вот так вот, как в тюрьме прямо. Каждый день приходишь, каждый день не забудь отметиться. Как это, на фабрику, что ли, или как, отсидел, свободен. Ну так вот, приходилось сидеть вот на таком уроке, где преподаватель вот просто тупо и как бы без каких-либо... Ну я еще, видимо, такой эмоциональный человек, мне надо как-то поживее, а он просто ла-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 ла. Меня всегда выбешивают такие люди, поэтому я еле отсидела все эти уроки по ассессментам, то есть... Ассессмент – это задание на оценку, то есть зачет или экзамен. Было у нас 2 ассессмента по этому предмету. Первая – групповая презентация тоже о чем-либо. То есть мы делали про мотивацию работников. И как раз вот это очень сильно соприкасалось с моим преподавателем. Нифига он нас не мотивировал никак. Как мотивировал, так и сделали. Оценку мы получили, по-моему, 63 балла, сойдет. Не так уж мы сильно про эту оценку заботились. А вот вторая оценка была очень тяжелая для меня, потому что предмет я не понимала, не было какой-либо четкости, постоянно водолитье было. И сама я не успевала читать, потому что делала ассессменты. То есть буквально идет 6 недель какой-либо начитки курса, а на 7-ю тебе уже сдавать. Ты еще не понял сам предмет, а тебе уже надо сдавать работу. Поэтому на 2-м семестре я уже реально начала писать работы, не зная о чем, но собирать некий материал и все в одну компоновать кучу, а потом уже разбирать, надо мне это или не надо, и что-то составлять. Проблема еще была в том, что курсовая должна быть четкий лимит слов, там 3000 слов и не больше, не меньше. Иногда получалось 6000 и вроде бы как уже ничего не выкинешь, поэтому приходилось резать там по-крупному. А вот в этом еще была очень тяжелая задача именно вот этих ассессментов. А иногда было, ну, из пальца просто выжимаешь и что-то надо на 3000 написать, а у тебя всего 1000 получается. Ну, как бы я справлялась с этим. Второй ассессмент у нас был экзамен, реальный письменный экзамен. Впервые в жизни на английском языке я сдавала экзамен по какому-то предмету. Обычно это были курсы английского языка, английские экзамены, я уже нормально приходила. Но этот впервые в жизни, и, надеюсь, последний раз, был письменный экзамен на одну из там 10-18 тем, которые мы прошли. Причем было 2 вопроса, в каждом вопросе было задействовано где-то по 3 темы. То есть, как минимум 6 тем я должна была знать, чтобы этими всеми темами оперировать и о чем-то рассказывать, приводить какие-то примеры. К этому экзамену я готовилась со своей подружкой, которую я приобрела в этом университете на этом курсе. Она из Украины, жила в Швеции, и мы вместе каждый день, она приходила ко мне домой, и в морозной квартире мы сидели, пили чай и готовились, писали прямо вместе, рассказывали друг другу эти темы.
В итоге мы обе написали, правда, про разные темы. Мы выбрали разные топики, кому что больше подходило, кто что больше знал о них. Но мы обе написали и отлично как бы сдали этот экзамен. В предпринимательстве мы делали два ассессмента, тоже было, писали работу про какой-либо предмет, который мы хотим запустить на рынок, то есть некий бизнес-план, а потом уже такой обширный бизнес-план на этого же самого предмета, на производство этого предмета, и делали некий финансовый прогноз о том, что будет с этим производством и с этими продажами через 3-5 лет. Я делала такой браслет у меня был, который держит телефон на втягивающейся веревке, потому что как фотограф я часто фотографирую телефоном, и я боюсь, что он у меня из рук выпадет. Поэтому я заказала вот этот вот для как бы ключей держать, ключей, которые на ремень вешаешь и вытягиваются они, чтобы никогда не потерять. Взяла обычный браслет какой-то резиновый у меня был и заказала вот такой вот кейс для телефона прозрачненький. И вот когда я снимаю, у меня вдруг падает телефон, он остается висеть на этой резиночке. Я его беру другой рукой, собираю, и он у меня опять жив, здоров и невредим. Поэтому вот на такие мероприятия массовые я сделала вот такую вот конструкцию. О чем я и писала свои эссе и делала бизнес-план для предмета предпринимательства. Ну и четвертое во втором семестре это была проект, я уже говорила. Третий семестр это уже конкретно диссертация. Там уже не было никаких у нас предметов. Об этом я тоже попозже расскажу. Ну и вот как бы вот так вот было и тяжело, и интересно, и увлекательно учиться вот на таком интенсивном, сложном по экзаменам, сложном по пониманию предметам. Ну и кроме того, весь словарный запас был абсолютно новым. Для меня это было, наверное, самым главным сложным параметром учебы на магистерском курсе в бизнесе. Но я выжила, закончила, и даже, я бы сказала, неплохо закончила, с хорошими оценками, получила диплом. Помимо этого, мне еще недавно пришел диплом CAMI, Chartered Management Institute, по-моему, так это переводится. Диплом, подтверждающий седьмой уровень моего образования в области стратегического менеджмента и лидершипа. Так что вот, если у вас есть интерес к бизнесу или просто думаете взять магистерский курс, смотрите, как это делается в Великобритании, слушайте и оценивайте свои силы и возможности. Но не теряйтесь, даже если это непонятно и сложно на первый раз, вы разберетесь постепенно в этом. Поэтому дерзайте, все в ваших руках. До новых встреч, увидимся в следующих роликах.